сверху. I should circle here, no? Так, сейчас следующий вечер, я только проснулась. Столько дел сделать нужно на лаптопе. Опять стирка. Короче, сегодня буду колоть губы. Я думаю, гиалуронидаза уже вышла. 4-5 дней она выходит. Как раз сегодня то самое время. Так что вот. Мне так нравится цвет этой картины. На кастанаду похоже. Так, вот выглядит. Короче, парижская техника the best. Короче, потом еще вколю. Здесь. Так. Все, больше их разверну. Больше бантик, больше сердечко. Ну, парижская техника реально крутая. Ну все, я вколола губы, это вы увидите уже во влоге, когда будут про путешествия влоги. До этого вы уже, наверное, увидели, как я это сделала, как я вкалывала. Мне очень нравится, но нужно еще добавить пару миллилитров после. Вот. И хочу сказать всем тем, кто боится что-то делать, глаза боятся, руки делают. Когда мозг работает и есть знания, то все ок. Это касается всего чего угодно, особенно когда, я сейчас не говорю про губы уже, когда у вас недостаток времени. Например, у вас есть один день сделать что-то, неделю сделать что-то, месяц, чтобы сделать что-то, иначе там, ну, пипец. Иначе что угодно случится там плохое или какое там, а вы останетесь на улице, вы останетесь без денег, вы останетесь без того, без всего, без десятого. Нужно понимать, что мы все пришли в этот мир как гости, мы здесь что-то поделали, и дальше мы переходим либо в другое состояние, либо просто умираем, уже как кто верит. В любом случае, здесь мы не навсегда, поэтому супер бояться чего-то там не нужно, потому что это бессмысленно. В принципе, почитайте про буддизм, почитайте про сансару, про вообще... Если вы увлекаетесь йогой, не лишним будет увлечься и философией йоги, потому что это очень важно. Не нужно говорить... о эзотерика, о там кундалини, это что-то там бред какой-то. Так говорят только недалекие люди. Работа с энергией, работа с психикой, это самое важное везде, в политике, в экономике, в трейдинге, в путешествиях, психология и как вы относитесь к миру. Как вы регулируете ваши гормоны, ваши чувства, ваши страхи. Это очень важно. Страх – это то, что блокирует, в принципе, жизнь. И нельзя Вот. Если вы поддались страху, то все, пиши пропало, потому что так все остальные чувствуют это, вам плохо. И поэтому, если у вас ограниченное количество времени, вам нужно, например, что-то очень срочно сделать, просто берите и делайте. Не нужно поддаваться панике, такой, о боже, что будет, если так, если бы так. Делай, ты успеешь, поэтому вспомните, как, если кто учился в университете, как вы сдавали экзамены, что всегда это было, ну, там, каких-то людей, которые плохо учатся, у них всегда паника. У людей, которые хорошо учатся, у них нет никакой паники, у них просто вот я беру и делаю. И у меня так было всегда, я беру и делаю. Где бы я ни училась, в университетах, я много учусь, я всю свою жизнь учусь, я что-то постоянно делаю, читаю, обучаюсь в университете, на курсах, в следующем университете. Так и я планирую до конца жизни. Мне это крайне интересно. Это гораздо интереснее, чем какие-то другие занятия. Короче, не будем давать подробности, но вы поняли, что я не про низменные, с одной стороны, желания. В какой-то момент они перестают быть важными. В принципе, они никогда для меня не были важными, потому что мои идеи всегда были на первом месте для меня. И их реализация всегда будет в приоритете. Вот. Короче. Что за бред? Я буду подстраиваться под какого-то человека, под каких-то людей, под кого-то, что кому-то что-то не нравится, как я там веду себя, реагирую на что-то, как, например, я кому-то не доверяю, да я вообще никому не доверяю, и почему это я должна ему доверять, другим доверять, кому-то доверять, и столько раз жизнь показывала мне прекрасные уроки, поэтому я вполне себе отдаю отчет, что и зачем я делаю. Никогда не жалею об этом. Вот вообще никогда. Никогда не жалею о том, что я не доверил человеку, если и потом жизнь показывает, что это правда, так и нужно было делать. И нужно было еще жестче поступать. И вот так вот. Короче, все, я сейчас буду работать, делать свои дела. И встретимся позже. Кстати, сегодня я опять практикую аутофагию. Не ем уже с прошлого утра, сейчас ночь. Ну, где-то с того времени, часов 10 точно прошло, еще посмотрим. Сейчас часов 10, может быть, не буду есть. Поем уже завтра, когда проснусь. Посмотрим, скажу после. Кстати, про сериал «Клон» я сделаю обязательно разбор всех героев, пока я не забыла. Короче, я последние месяцы смотрела этот сериал, сейчас уже досмотрела его еще полмесяца назад где-то, наверное, даже, может, больше уже. Уже скучаю по героям, хочется вообще, на самом деле, продолжения. И, короче, это очень классный сериал, достойный уважения, достойный философского разбора, психологического разбора, и там герои все те, которых вы можете встретить в реальности, и они существуют, и я их знаю, знаю по себе какие-то моменты, которые были там у героев, например, Альберя, Жади, вот. Короче, я всех, в принципе, типажей видела в реальности. Так что это вообще очень крутой сериал. Так что ждите, как-нибудь обязательно это сниму. Постоянно приходится писать какие-то апелляции. Это нужно постоянно уже раз в третий точно, наверное. Кстати, мои дорогие, хочу сказать, что я стараюсь разделять свои видео на плейлисты. Обязательно смотрите видео также через плейлисты, чтобы найти то, что вам интересно. Но иногда могут быть смежные темы, поэтому смотрите и там, и там. Но конкретно, что касается косметологии, всегда будет находиться в основном в косметологии. Вот, а остальные могут перекликаться, потому что есть определенная корреляция и общие темы. Всем привет! У меня жуткий джетлаг, не могу никак войти в режим, чтобы хотя бы полдня спать, полдня бодрствовать. Сегодня легла, наоборот, уже в 3 часа дня и проснулась через 7 часов. Вот, сейчас доходит полночь. Короче, надо сходить в магазин, что-то купить, поесть, там, класть. Губы у меня переспухли. Когда все нормализуется. Короче, я не ела со вчерашнего дня. Это часов 4 утра, наверное. 4 утра. И сегодняшнее утро тоже я не ела. И, ну, это аутофагию я практикую. И сегодня, вот, например, до 10 часов, до 11 я не ела так же. Сколько это будет? 24 часа и плюс 11, так, 19. 24 плюс 19. Че? Кто там? Так, 34 плюс 9. 43 часа. 43 часа, что? Не знаю, короче, у меня от голода, слабости началась сейчас. Я выпила сок, короче, у меня там в холодильнике сок вишневый. Вот я выпила несколько стаканов, и у меня слабость прямо, я чувствую в руках, как будто у меня нет мышц вообще. И мне, естественно, меньше стало за последнее время, но... вообще такая слабость, что как будто вообще даже ничего не можешь понять, едва держу телефон. Поэтому, наверное, сахар в крови сильно упал. Поэтому, короче, я пойду в магазин. Короче, посчитаю позже точно, сколько там я не ела. Ну, вообще, 2-3 дня прям опытные аутофагеры практикуют. Вот так вот. Эти маки.